Ровно 100 дней, как наш регион возглавляет самый молодой губернатор России Дмитрий Артюхов. О времени, проведенном в этой должности, глава региона рассказал в интервью ямальскому журналисту Юрию Кукевичу. Сегодня оно размещено в YouTube, где за несколько часов набрало более 1000 просмотров. Предлагаем вам фрагмент интервью. Конечно, жизнь сильно поменялась, время сжалось. Теперь это самый дефицитный ресурс, но стараюсь делать все, чтобы каждый день заканчивался, чтобы можно было вечером себе сказать, что он прошел не зря. Есть определенные результаты, и мы двигаемся к тем целям, которые перед собой ставим. Все наши инициативы, ключевые инициативы, воспринимаются, потому как они нужны не только Ямалу, они нужны всей стране. И упомянутые вами крупнейшие проекты, это, конечно, проекты, реализуемые на территории нашего региона, но масштабы их далеко за пределами. Находим поддержку, есть понимание, как двигаться, еще многое надо нам сделать. В целом, нашей большой командой, с не только силами властей, вместе с бизнесом, но мы понимаем, что надо делать, и идем к этим целям. Полную версию интервью с Дмитрием Артюховым мы покажем в нашем эфире 6 сентября в 12:30. Также видео будет доступно для просмотра на нашем сайте.